Ну, а мы приготовили сегодня для вас очень много интересного и привлекательного. Ну и, конечно, не могли оставить ваше окно без нового платья. Причем, Юля, как мне нравится, что это не просто шторы, это не только портьеры, это готовый комплект за 4799 рублей. Вы получаете две портьеры и, внимание, два тюля. Вот он также в таком же рисунке для вас изготовлен. Чудо-предложение. Скидка 1700 рублей, и даже есть два цвета на выбор. Очень красивое название, обращаю внимание, действительно, парфюм. Как будто, да, как дорогой парфюм, как будто мы зашли с вами в дорогой текстильный бутик. Очень интересное предложение с точки зрения дизайнерской. Гармоничное, роскошное, много светлых тонов, а также многоцветие. Кстати, по фэн-шуй, там, где есть, ну, какой-то домашний аксессуар из многих цветов, там концентрируется любовь. Ну, это так, лирическое отступление. А это комплект. Комплект, который вам позволит сразу нарядить ваше окошко полноценно и гармонично. И портьеры, и тюль. А также, если уже есть тюлевый, или вам хочется белый сюда добавить, возьмите и разделите комплект. И тюль может служить самостоятельным нарядом для окна. Например, для кухни. Вот так. То есть это решение, которым вы распорядитесь, как вы пожелаете. Либо вешаете портьеры с тюлем на одно окно, либо разделите на два. Вот у многих, кстати, в своих частных домах по два окна в комнате. И посмотрите, какое это интересное дизайнерское решение. 4799 рублей, не 8, не 12, как стоят гарнитуры и комплекты. У нас на шоп-н-шоу самые низкие цены и при этом высокое качество. Сделайте себе подарок, вы только полюбуйтесь, какой букет у вас будет цвести. Долго-долго. Будем уточнять у нашего эксперта, сколько прослужат шторы. Очень хорошая ткань использована для комплекта. Такие добротные и достойные именно для летнего сезона. Потому что у нас сейчас началось, слава богу, активное солнышко. Поэтому нам важно, чтобы шторы не выгорали и не выцветали. Именно поэтому здесь для создания этого роскошного принта использован метод сублимации, сублимационной печати. Это фотопечать, когда краска заходит в волокна очень прочно, очень надежно. Больше 15 лет держится, даже если на солнечной стороне висят шторы. Вы только представьте, сколько лет будут радовать вас яркими красками такие портьеры. И та же самая технология используется и на вуале. То есть не выцветают шторы на солнышке, не выгорают и не выцветают после стирок. Срока годности, вообще, если честно, как такового и нет. Но я вам называю 15-летнюю границу, чтобы вы понимали, насколько долго действительно служат такие аксессуары. 15 лет! Вы только вдумайтесь, 15 лет будут служить вам и более без потери качества шторы. Еще раз, вы получаете две портьеры, плотные, светлые, красивые. У нас есть в белом цвете. Продюсеры, у нас остались в голубом цвете такие шторы? Остались, есть еще в нежно-голубом цвете. Ну и, конечно, вы получаете еще и тюль. Но причем тюль у нас тоже состоит из двух полотнищ. А значит, удобно подойти к окошку, удобно выйти на балкон. Ну а теперь, Юль, вот если 15 лет будет служить нам комплект, то в год... Так, какие ты решил заняться математикой. Он обойдется в 320 рублей. 320 рублей за хорошее настроение, за свежесть в интерьере. Летом давайте не будем тяжелые портьеры, я не рекомендую вешать. Темные тоже не надо. Посмотрите, какой нежный фарфоровый принт я вам предлагаю. На дышащем и очень прочном габардине. А вот и голубой цвет, голубая вариация парфюма. Ну просто вот небесные оттенки, так интересно сочетаются. Знаете, куда-то в романтизм, эпоху вот такую вот, да, мы окунаемся. Очень красивый именно такой акварельный принт, шикарно нанесенный. Голубой цвет я советую обязательно в спальню. Голубые оттенки там смотрятся идеально. А посмотри, как интересно, сколько динамики добавляет интерьеру элемент деграде, когда переходит один цвет в другой, когда градиент используется. Это мягко, это смотрится очень-очень привлекательно. Очень дорого. Ты знаешь, вот, Юль, я смотрю на эти шторы и просто не верю своим глазам. 4799 рублей. Да, и портьеры, и тюль. Вот зайдешь в магазин, ничего особенного, а уже будет 6500, 7800, а здесь у нас двойное предложение. Ну, многие спросят, наверное, там надо пришивать шторную ленту. Я, кстати, Я тебя обрадую, даже шторная лента уже пришита. А это еще экономия порядка, ну, от 400 до 1000 рублей в разных регионах. Конечно, цены разные. В любом случае, она здесь пришита уже и к тюлю, и к портьерам. Вам не придется докупать и бегать по магазинам, и к мастерам, и что-то. Вы приобретаете, вешаете, через 10 минут у вас эффект свежего.
говорим. А на какую ширину окна подойдут эти шторы? Это хороший технический вопрос. Давайте расскажу. Вот сами портьеры от 1,5 до 3 метров на окошко высотой 270, то есть это стандарты, и тюль 290, то есть почти 3-метровый тюль. Хорошо задрапируется на маленьком окошке, в растяжку будет на большом. И это замечательно, потому что принт самодостаточный, его можно на полную ширину растягивать, не обязательно даже собирать, смотрится красиво. Ой, просто посмотрите, только очень вглядитесь, красиво. Девочки, до чего же романтично и здорово. Вы посмотрите, какие тут оттенки, переходы и цвета. Вот он, голубой цвет в комплекте парфюм. Тоже цена 4799 рублей. И вновь у нас здесь две портьеры и два тюля точно в таком же диапазоне и такой же расцветке. Забирайте из прямого эфира, пусть ваш дом будет неповторим. Дозвонитесь, не упускайте шанса. Вы в магазинах такого не встретите точно, а все ваши гости будут поражены таким дизайнерским решением. Но пока вы любуетесь красотой, потому что очень редкий принт у нас такого еще ни разу не было. Да. Мне радостно, что я нашла такую живую летнюю тематику. Очень красивое есть обрамление в стиле барокко и соединили еще с нашими современными тенденциями, с объемными цветами. Это модно сегодня. Mm-hmm. Вообще, если вы, может быть, не знаете, флористический дизайн в этом году это главное направление, главный прием, который легко встроить любой интерьер и дизайнеры всего мира. Сейчас в Париже буквально несколько дней назад закончился текстильный салон, и опять природный принт, и опять цветы в центре внимания. Так что идите в ногу со временем. Посмотрите, как мы вам предлагаем украсить ваше окно. Решайтесь, когда вы еще найдете такое предложение. Кстати, у нас в прямом эфире только со скидками. Буквально завтра уже будет цена на комплект. Сколько? Почти 6,5 тысяч рублей. Зачем переплачивать завтра, если можно сэкономить сегодня?